Какой сегодня день? Чуть-чуть поговорю с вами и пойду. Нашла себе нового бизнес-тренера. J'ai regardé dans ton téléphone, il y avait un mail de Camille. Dans ma tête, ça résonne. Elle est charmante, cette fille. Je ne l'ai pas supprimée. J'ai attendu que tu le vois. Et là, j'ai pu t'admirer en train d'imaginer. Всем привет. Воскресенье, 5 мая. Я была на одном занятии. Сейчас я приехала на другое занятие. Чуть-чуть поговорю с вами и пойду, дабы не опоздать. В городе уже идут вовсю. Идет вовсю подготовка к 9 мая. Я не знаю, когда вам выложу. Не знаю, пойду ли я на это мероприятие или нет. Такая погода хорошая. Но уже время. Всем хорошего настроения. Всем хорошего дня. С наступающим 9 мая. В общем, я пошла. Elle fait pleurer les garçons qui s'attendrissent devant elle. Elle fait pleurer les garçons à qui elle ose dire non. Elle fait pleurer les garçons qui lui disent qu'elle est belle. Всем привет. Какой сегодня день? Я уже забыла. Я сижу на свежем воздухе и составляю свой план на неделю. И на месяц тоже. До этого у меня была такая маленькая записная книжечка. Я себе формат побольше. Если вам интересно, как я веду свой ежедневник, вы можете спросить об этом. И я сниму видео на эту тему отдельно. J'ai regardé dans ton téléphone. Il y avait un mail de Camille. Dans ma tête, ça résonne. Elle est charmante, cette fille. Je ne l'ai pas supprimée. J'ai attendu que tu le vois. Я хотела рассказать вам про одну книжку, которую в последнее время мне попадалось просто везде, сплошь и рядом. И в социальных сетях, и в книгах других абсолютно на разные темы, которые я читала, везде говорили про вот эту книжку. «Где мой сын?» Значит, купила я ее, заказала. Пролистала, и как будто, знаете, детская сказка. Я такая подумала, ага, наверное, я потратила зря деньги. Смотрите, самый популярный в мире метод менеджмента. А на самом деле здесь притча какая. Но я прочитала ее, вот эту притчу, и вы знаете, своей простотой настолько, ну, действительно проникает, и ты понимаешь всю эту суть, хотя я и до этого знала. Она на самом деле хорошая притча, и она помогает как-то разобраться в своей голове. В общем, почитайте. Ну, здесь под сыром воспринимается на самом деле все, что вас интересует на данный момент. Это может быть карьера, это может быть какая-то проблема, вопрос, который давно вас мучает. Это может быть ваша семья, ваша вторая половина, ваши дети. Ну, все, что угодно воспринимается под сыром. И говорить, нужно быстрее подстраиваться под изменения и самому творить эти изменения, иначе... К сожалению, не всегда можно поспеть за тем, что творится в этом мире. Нашла себе нового бизнес-тренера, если вам так будет угодно. У него, знаете, есть очень интересные мысли, на самом деле, в его книжке, которыми стоит подумать, поразмышлять, о которых я даже так, ну, иногда не задумывалась. Две мои ипостаси, Вселенная и Океан. Это мой первый подобный эскиз, набросок. К сожалению, я им не очень довольна. Но для первого раза, я думаю, не совсем уж плохо.
Использую я разные материалы, как вы видите, здесь и акрилы, и масло, и чего только нет. Я специально не использую мольберт, потому что я не хочу его замарать. Просто когда я рисую маслом или акрилом, то я обычно рисую пальцами, во-первых, а во-вторых, мараю все вокруг вообще, потому что это страсть, буря, ураган, не знаю, выплески эмоций, и у меня такие абстрактные картины в последнее время именно этими материалами. Поэтому я не использую мольберт. Я не знаю, с чем это связано, но в последнее время я рисую исключительно вселенную. И даже у меня вот девочка сделала заказ джинсовой куртки и попросила нарисовать космос.